killed me. I'm dead now. Boom. Bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days. Yeah, I do the most. Wait, wait, wait. Hey, I am flesh. Bones. I am skin. Soul. Слушай, я не знал, что здесь есть горячие кошка-девочки. На самом деле, я мальчик. Нет, ты не пацан. Нет, правда, я... Я сказал, нет, ты не пацан. Ковбой, таблетки маки, мы натусим все внимание. К тебе, тебе кибал, пальтов и алкоголь. Был явно лишним в рационе, я иду домой. Без себя, как же я расстроен. Девушка, вы боитесь казахов? Нет? Правильно, казахов не надо бояться, казахов надо хотеть. Creepers, creepers, fight to get those creepers. Creepers, creepers,
afraid to get those eyes. Только я тебя, и тебя. А может нет, а может да, может это все слова. Может я, может you, а может я тебя. Отпустите член, вы никогда не встанете с колен. Давай расставим все точки над «и». Да, я обожаю. Turning blue. Your whole nose has gone purple. What do you mean? Violet, you're turning violet. On the sixth day of Halloween, I hunted down the witches so we could be bestie friends. Those are my bestest bitches. Какого черта ты здесь делаешь? Кто приглашал сюда твой поросячий взгляд? Ага, не ожидал меня здесь встретить, ничтожный богач. Эй, я смотрела гороскоп, твои звезды любят мои звезды. Это факт, как будто сон, слушай. Залитый к нам на писон, будет классная тусовка, ты вообще забудешь, кто он. Некоторые люди называют меня шлюхой, но я еще и алкоголичка. On the fifth day of Halloween, I bathed in menstrual blood. Then I took a nap, cause being evil started some. All the good girls go to hell, cause even God herself has an arm. Michelle.
расставим все точки над «и». Да, я обожаю сосать хуи. Я не стесняюсь петь песни свои. Где нет свободы, там нет любви. Жизненно необходимая информация в 5 утра. Хочу тортик. Ладно, нет. Я шел на кухню. Не спрашивайте, почему я это делаю в 5 утра. Это нормально. Спасибо учебе. Я прохожу мимо газеты, которая у нас лежит. Может быть, поспать? Не. Газета, которая лежит рядом с обувью, чтобы там грязь стекала. Ведь именно для этого придуманы газеты. И мой поплывший мозг видит вот эту вот информацию и, извините меня, как обмануть гибралтарских мартышек. Это ли не то, чем я хочу заняться в 5 утра? Признайтесь, вы же тоже каждый вечер задаетесь вопросом, как обмануть гибралтарских мартышек. Во-первых, это звучит как первое задание у логопеда. Во-вторых, хочу спать. В-третьих, вымой руки. Пасхалочка. Так вот, все эти ваши интриги, типа продолжение в Инстаграме, узнаете, беременна ли я. Ничто. Если вы не знаете, что такое интрига, то это оно. Мне все равно, я иду это читать. Потому что, ну, шедевр. Да, это та информация, которую я хочу донести до вас в 5 утра. Да, кукуха едет. Уже 6. Артём. Зато на Хэллоуин не надо будет гримироваться.